Ну и снова всем здравствуйте. Сегодня такая пасмурная погода. Решил заняться виноградом. Нужно пересадить, вернее не пересадить, а посадить виноград из школки. Буду высаживать виноград. Вот такой уже, корешки немножко переросли. Надо было чуть-чуть раньше. Вот. Это сорт Монарх. Есть еще Восторг. Но там одесский ранний, но его мало. Есть и Аркадия. Аркадию чуть позже сейчас покажу, какая. А вот Аркадия. Аркадия. Вот написано. Все подписаны. Она немножко желтоватая. Не было солнца там. Ну, света не было, естественно. Сейчас надо закалить немного ее. И корешки вот такие вот. Вот такой корешок. Красавчики. Как раз сейчас нужно ее и высаживать. Сажу пока сейчас в стаканчики. Стаканчики. Потому что основную часть высадил на огороде. А это как бы лишнее осталось. Вот такие вот. Красота какая. Ну а это Восторг. Вот. Вот такой корешок. Красивый. Как раз садить. Вот так вот. Первый полив вот так делаю. Ставлю в ящик, прямо в ящичке, в стаканчиках, и наливаю воды. И они снизу должны подтянуть кверху всю влагу, то есть не через верх, потому что через верх это будет, оно сплескается и будет твердый грунт. Грунт я ставил простой, тот, что у меня на огороде, ничего не добавлял. Это будет как бы недолго перевалочная такая ситуация. Стаканчиках побуду там, может, недельки 2-3, и потом уже, когда уже хорошо будет тепло, и высажу в грунт. Вот так вот вижу, что подтягивает, уже подтягивает выше влагу. Вот оно видно хорошо, как подтягивает снизу через отверстие влагу. Осталось вот сантиметра 3. Сверху оно еще как бы немножко суховато. То есть прошло пару минут. Ну и все, теперь осталось только ждать, когда он вырастет и даст хорошую и вкусную ягоду. Но это, конечно, будет не скоро. Годика так через 3, наверное. Ну а это уже такая на кустах больших. Молдова. А это оригинал. Куст покупной. Когда-то покупали на Таирова в институте. Ну и моя любимая Аркадия. Очень люблю ее. Классный вкус. Созревает хорошо. Равномерно. Уже такая, видно, распускается ронка. Классная погода, только щурка летает, бьет пчел. Ничего нельзя сделать, стрелять дома нельзя. О, что делает? Не боится. Ни людей, ничего.